есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Ты моя радость нечаянная, словно в пустыне вода. Сколько людей отчаянных с верой находят тебя. В мире желал только сладости, чистой не видел росы. Мимо пройдя светлой радости, жизни тяну я узды. Мимо пройдя светлой радости, жизни тяну я узды. Петли закрыли калиточки, ждать перестали меня. С белой рубашки ниточки я приобрел для себя. Я не берег, а мне плакали, я не давал, не несли. Я не носил, не состряпали, только ты, милый, живи. Я не носил, не состряпали, только ты, милый, живи. Помню, икону изранили, мимо пройти я не мог. Словно все птицы стаями мне прокричали здесь Бог. Вскоре уснувший в забвении стал засыхать я живым. Стал я лежачим растением, ни для кого не родным. Стал я лежачим растением, ни для кого не родным. Стал каждый день одинаковым, слезы свои бросил ввысь. С неба мне в душу закапало слово простое «молись». И я молился по памяти, болью в ушедших часах. Сердцем припав к Божьей Матери, кранам, что в светлых очах. Сердцем припав к Божьей Матери, кранам, что в светлых очах. Утром икона заплакала, день был Христа Рождество. Боль мою радость запрятала, стала здоровым плечом. Вещь, что была мне нечаянна, вдаль не вела меня храм. С образом в новом сиянии шел по дороге я сам. Вещь, что была мне нечаянна, вдаль не вела меня храм. С образом в новом сиянии шел по дороге я сам. С образом в новом сиянии шел по дороге
я сам. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях гости из Рязани, Денис Сидоренко и Вероника Шелякина. Здравствуйте. Ну, я думаю, что вы не просто выбрали эту песню, да и мы вообще говорили с вами об этом уже, вот о том, что у вас, вот ваше творчество связано с одним таким событием жизненным. Хотелось бы услышать эту историю от вас. Вы, наверное, уже не первый раз об этом говорите, но многие еще не слышали. У нас в Рязани есть удивительная икона «Богородица, нечаянная радость». Появилась она у нас ровно год назад. Привез нам ее один человек из Москвы, зовут Георгий. Несколько лет назад, в 2013 году, он в Москве зашел в один из магазинов и увидел, что у продавца возле мусорного ведра икона стоит. Она была вся изрезана, исколота, и просто мимо не смог пройти, и сделал продавцу замечание. Вот, а продавец сказал: «Если не нравится, покупай». Вот он икону выкупил, и сначала она дома у него просто стояла, вот как бы молитв особых не совершалось. Сам он спортсменом был, и потом в тренажерном зале на него упала штанга. Попал в больницу, защемление нервных позвонков, парализация. Врачи ничего сделать не могли, уколы кололи, результата не было никакого. И один врач ему сказал: «Молись, на операцию тебя не будем отправлять, ничего не изменим». И он спросил: «А как молиться?» «Ну, как умеешь, так и молись». И он стал своими словами, как умел, каждый день плакал, за всю свою жизнь прощения просил, потому что понял, что, наверное, не просто так все произошло. Угу. И вот с этой иконы, с Богородицы, он молился, через полгода поднялся на ноги. Вот, и с ней больше не расставался никогда. Он ее захотел отреставрировать и привез ее в Рязань на реставрацию. И потом обновленный образ забрал обратно. И все время ходил с иконой. Бывало так, что зимой привязывал ее вот так к животу, куртку застегивал, ходил так, вообще из рук не выпускал. И год назад, на Рождество, она замироточила первый раз у него. Он многим людям рассказал об этом чуде. Люди прикладывались, его знакомые, в храм в один из московских принес икону. Вот. И потом ему стало жалко. А вдруг вот икону отреставрировали, люди прикладываются к ней, и вдруг вот краска как-то сотрется. И он решил ее лаком покрыть. А до этого никогда в жизни в руки краски, лак не брал. Купил самый дорогой лак, покрыл один слой, показалось мало, покрыл второй, тоже мало. В итоге после третьего слоя весь лак вспенился и просто застыл на иконе. И получилась такая жесткая, грубая корка. Вот он испугался, понял, что нужно везти опять в Рязань на реставрацию. И когда привез ее, лак сняли, и из иконы просто потекло мира. И было решено ее уже в Рязани у нас оставить. Да, я вот слушаю как раз рассказ по местному радио Георгия. Настолько меня тронула его история. Я обычно, в общем-то, как Господь на сердце положит, так и, в общем, что-то пишешь, не берешь тему такую вот, именно о чем-то хотел, а здесь очень хотелось об этом тоже сказать и написать. Вот, и после этого вот получилась такая песня «Нечаянная радость». Практически написал ее, ну, не отрывая, наверное, ручки от листка бумаги, вот, ну, небольшие там какие-то переделки, а так, в общем-то, сильно меня тронуло, конечно. Ну, это песня, вот, которую мы слушали, да? Да. Да, она есть. Да, я показал ее Веронике, вот, и как-то так получилось, что это нас песня объединила, создала, в общем, такой небольшой дуэт. Вот у нас в резерве пока две песни, надеюсь, что будут песни рождаться, мы будем дальше творчески продолжать это дело, вот, вместе, даст Бог. Ну вот, слава Богу, что... Ну, расскажи немножко о себе, вот. Ну где? Ты просто слушал радио, включил на кухне? Да, как? Ну или ты в храме был, или где? Нет, я был дома. А в храм у меня ходишь, у самого, да? Честно говоря, так вот текли слезы, и, ну, ранила действительно такая mm-hmm. история. Он еще умеет, не то что, наверное, все у него было ярко и живо, вот в душе, недавно пережитые эти события,
И он настолько рассказывал, что там просто быть равнодушным как-то. Ну, а так, в общем-то, я, знаете, бывает, как что-то приходит такое, наверное, из жизни, какие-то такие события значимые, тогда я как-то начинаю что-то писать, пробовать. Получится, не получится, там будет продолжение, не будет, но подходишь к этому, наверное, когда какие-то вот такие события все-таки происходят, которые тебя ранят. А Вероника, откуда она взялась? Тут... Откуда не возьмись, или что? Ну, мы знали, мимо проходила. Этого. Нет, друг друга мы знали, и я когда к этой иконе приходил, она все время там была, возле этой иконы. А где это? В каком храме-то хоть? Это у нас монастырь Преображенский. Ну, это Кремль, так сказать, сердце нашего города. Угу. Вот в самом центре. Вот такое чудо. И она все время там ухаживала. И я тоже, знаете, первый раз, когда увидел эту икону, я просто стоял, ну вот, замер вообще на какое-то время, и молитва, она как-то само собой, как живая молитва. То есть ничего не говоря, смотря просто на икону, она уже тебя просто, вот этот образ, он прям сразу же как к небу тебя возвышает. И хотел, когда уходишь, главное, все, уже домой едешь, подходишь к машине и понимаешь, что она обратно тебя возвращает. То есть от нее как-то уходить уже не хочется. Вот. А Вероника, как ты там оказалась? А я тоже оказалась не случайно на послушании с этой иконой. Когда ее привезли на реставрацию, уже повторно снимать лак, лак уже сняли, и это все при мне происходило. И я как бы историю до этого не знала иконы. И увидела, что у батюшки стоит икона. Вот, и я попросила, можно посмотреть икону, что-то такое необычное. Ну да, конечно, возьми. Я взяла икону, и первый раз в жизни такая благодать коснула сердца, что у меня буквально ноги онемели, руки. Я взяла икону, вот так вот прижала к себе, и 2 часа не могла со стула буквально встать. Просто сидела и плакала. Слезы остановить было невозможно. Просто вот без причины такое чувство было, как будто Богородица сама руку на сердце положила. И потом, через день, я снова беру икону в руки, и снова такое же состояние. Слезы текут, все тело немеет, не встать ничего не можешь. И потом так и получилось, что меня стали просить за цветами ухаживать, и так и получилось, что на послушание с иконой. Ты еще иконописец, да? Еще? Да. У тебя образование? Нет, у меня нет никакого образования художественного, я не училась ни в художественной школе. А получилась такая ситуация была в жизни несколько лет назад. Я в храм еще не ходила тогда, только буквально первые шаги стала делать, и меня в Рязани сбила машина. Я попала под машину на пешеходном переходе. Вот, не заметила, что вот первый ряд остановился, а второй ехал. Но промысел Божий, видимо, такой был, что не пострадала сильно, просто очень сильные ушибы были. Ну, буквально несколько дней дома только полежала, и все. И после этого я захотела написать своего ангела-хранителя. Взяла дома иконку, нашла ангела-хранителя, как могла. Тяжело было, конечно, рисовать, но попыталась. И когда только-только я его в карандаше изобразила, один человек попросил написать для него икону. Вот я сначала удивилась, думаю, я карандаш только взяла в руки первый раз, а вы мне уже икону просите писать. Но я ему сказала, если там подождете, то, может быть, когда-нибудь и напишу. Ну, в итоге получилось, что ангел-хранитель был готов к Благовещению, к празднику. Его осветили в этот день, и у меня уже был первый заказ. И с этого момента люди просят им писать иконы. Удивительно. Пришло время песни. Пожалуйста, что-нибудь спойте еще из вашего репертуара. Следующая песня тоже об иконе Богородицы, «Взыскание погибших». Пойду туда, где Богородица, меня согреет теплотой, до сердца грешного дотронется своей ласковой рукой. Она для всех скорбящих радости, для всех уставших и больных, и
источник верности и святости, отрада жизни всех святых. Заступнице Богородице, от беды укрой меня. Заступнице Богородице, от беды спаси меня. В себе давно ищу смирение, быть может, век потрачу я. Дай, Боже, нищему спасенья, как догорит моя свеча. Пойду в лохмотьях не стареющих просить у Бога чистоты. Как много добрых зерен спеющих, как мало давшие плоды. Заступнице Богородице, от беды укрой меня. Заступнице Богородице, от беды спаси меня. Я помолюсь в родной обители, омыть с души моей печаль, родившую на свет Спасителя, чьих слез для гибнущих не жаль. Заступнице Богородице, от беды укрой меня. Заступнице Богородице, от беды спаси меня. От беды укрой меня. Спасибо, Господи. Значит, это вот история с этой иконой, и вообще все, что там происходило, оно явилось, ну, созданием, причиной создания вашего дуэта и, ну, и творчества, и ну, такой как бы призыв, да, можно сказать. Ну да, я еще хотел ехать, ну, бываешь там периодически на фестивале «Арзамасские купола», вот, и я тоже как-то уже планировал ехать, когда я принес вот песню Веронике. Вот мы, ну, сначала стихи почитали, я у нее спросил, я не ожидал, что она еще играет на инструментах, потому что, мне кажется, для одного человека уже многовато всего. Это уже давно было, вот. В детстве, когда ты музыкальную школу заканчивала, угу. Вспомнила, что играла. И в монастыре, кстати, оказался синтезатор, мы решили попробовать, ну, подыграть. В общем-то, у меня, ну, как получится, вот. Ну, ничего, слава Богу. Вот, потихонечку, с Божьей помощью. Конечно, сыровато у нас все было. Мы приехали в Арзамас, когда, в общем-то, репетиции было там меньше месяца. Но все равно нам так нравилось репетировать. Вот, вместе что-то получается, когда... Ну, и решили попробовать все-таки вместе, пока, ну, выйти на сцену, вот, как оно там, почувствовать вместе. Да и когда, в общем-то, и один все время играешь, исполняешь песни. Угу. Вот вдвоем как-то и смелее, и, ну, можно и увереннее. Больше сказать, да. Может, ну, быть, и больше средств выражения. Да. Ну, интересно. А сейчас там она в этом монастыре, да, не может приехать. Да. Она там стоит. Приезжает очень много паломников, уже стали с разных городов России приезжать. Угу. А икона, она мироточит периодически. Бывает, замироточит немного, потом посыхает и с новой силой мироточит. И то, что интересно, начали мироточить маленькие списки с этой иконы. Такие вот маленькие пластиковые иконки. И первый список замироточил в канун Пасхи в прошлом году одной женщины дома. И она его принесла нам в монастырь. И мы этот список поставили
рядом под киот, под стекло. Вот, уже не первый случай, вот у Дениса тоже. Да, у меня тоже очень чудесный случай произошел. Мы с дочкой буквально накануне праздника нечаянной радости стали зажигать лампадку, помолиться. Вот, и когда лампадка разгорелась, были видны такие капельки, знаете, они именно вот в одном месте, и получилось как сердце. То есть вот именно в таком месте как бы граница просто настолько это поразила, конечно. Ну, и укрепило, вот, утешение такое, что... Ну, мы часто семьей всей молились возле этой иконы, дети. Мы буквально, в общем-то, так несколько молитв и тропарик читали «Нечаянной радости» всегда. Вот, просили помощи. Вот, дети, радость. Наверное... А вот здесь ее изображение, да, у нас? Да. Вот у нас в храме еще тетрадка заведена специальная, в которой люди пишут случаи исцеления и помощи от этой иконы. Ну, а потом в какой-то момент люди стали не только чудесные случаи записывать, но и то, о чем они молятся Богородице, свои просьбы. И получилось так, что написали свою просьбу, проходит несколько месяцев, и люди пишут уже об исцелении. Вот, а первый мальчик в Рязани, который у нас исцеление получил от иконы, когда ее только поставили после реставрации в храм, ему 11 лет, у него были проблемы с глазками. Вот, и врачи тоже ничего не могли поделать. И он несколько дней приходил к иконе, и у него нервные тики были. И прошли. И после этого началось огромное количество. И от онкологии несколько случаев было. А одно исцеление было... Мальчика привозили из Москвы, 14-летнего. У него был синдром Туретта. Заболевание, которое считается неизлечимым в мире. И... Привозила его мама на праздник Петра и Павла. И буквально проходит недели три, она мне звонит и говорит: «Вероник, я не знаю, что произошло, но у нас в Москве консилиум врачей собирали, и у моего ребенка сняли диагноз. И наш лечащий врач просто руками разводил. Я, говорит, не знаю, что произошло, но ребенок здоров». Молитвы Богородицы и мама его, да? И вот тетрадка, она у нас вот такая вот большая, вот такая вот по толщине уже вся практически списана. Ну да, надо в Рязань кое-кому съездить. Ну вообще, по вере вашей, да будет вам, да? А спойте еще, у вас еще одна песня есть в запасе в этой передаче. Песня о людях, пострадавших за веру, так и называется «Песня за веру». Иду по дороге, где слышно веками, как гнали во строги с босыми ногами. Здесь шли наши братья, за веру гонимы, надев белые платья, стреляли им в спины. Они лишь молили, а тех, кто стреляли, чтоб души не гибли, чтоб их обретали. Здесь чистого неба пылают светила, над смертью победой невинного сына. Иду по дороге, где слышно веками, как босые ноги ушли с облаками. Но где же вы, братья, за веру гонимы? Упали в объятия воскресшего сына. Но где же вы, братья, за веру гонимы? Упали в объятия
воскресшего сына. Я недавно вот захотелось поделиться своей песней. Недавно песню написал, еще никто ее не слышал. Вот. Тоже. Так как сейчас идет Великий пост, и вообще такая особая радость духовная есть, но так веселиться-то особо нет смысла. И вот я написал такую песню. Сколько лет и сколько зим я смотрю на этот мир, на рождение и смерть, на пустую круговерть. И чем больше я смотрю, тем печальнее в груди. Об одном лишь я молю: потерпи нас, Господи. Плачу я, и грустно мне, заблудились мы во тьме. Как у вас там в Рязани? Как жизнь? Молодая жизнь, молодежная. Как? Вот именно православная. Есть ребята, которые там на дискотеках, да, прыгают. Есть кто-то, какие-то лыжники, гонщики, спортсмены. А есть вот православные, да, ребята? Активные вообще православные ребята в городе. Есть у нас, да, ребята такие. У нас есть молодежное общество «Гранат», куда как раз входят православные ребята. Вот они помогают храмам, там и с уборкой, и с восстановлением, в такой волонтерской деятельности. Но совсем недавно у нас проводился молодежный бал. Вот как в старину раньше. Бал православной молодежи. Да. Тоже так интересно. Ну, то есть молодежь активная, да? Молодежь активная, да. Практически при многих храмах есть свои общества молодежные. Ну, да, молодежка. Ну, да, все периодически собираются. И общаются вместе друг с другом. Общаются. Здорово. Ну, и в соцсетях. Да, в соцсетях группы. Активно, да. Паломнические поездки совместные. Ну, здорово. Все это радует, слава Богу. Все это есть. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. У нас был в гостях Денис Сидоренко и Вероника Шилякина из города Рязань. Боже, всем помощи и побед над своими грехами в этом посту. Спасибо, Господи.